От борьбы тренда до лазер-шоу. Так отметят в Григориополе юбилей. 25 июля городу исполнится 230 лет. Праздновать начнут с воскресенья. Стартует все в 10 утра с поднятия флагов. Дальше возложение к памятным знакам. Акцент в этом году на спортивные соревнования. Их будет много. Эпицентр праздника – городской парк и стадион. Будет футбол, шахматы, тренда, легкая атлетика и гребля. А в обновленном зеленом театре выступит квинтет «Либерти» в 11:30. В 10 вечера лазер-шоу. Продолжится праздник в понедельник. Будут концерт, футбольные матчи, детская программа. В 21:50 – фаер-шоу. В 10 вечера – салют. Григориополь основали в 1792 году по указу Екатерины II. 25 июля в основании будущего города закладывают 6 камней. Тогда на эти пустующие земли заселяли армян-переселенцев. С тех пор Григориополь называют городом армян. И по одной из версий свое имя город получил в честь святого Григория, просветителя всех армян.